Святой, молись, спасися, душа наша. Пресвятая Богородица, спаси нас. 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 Рабом твоих, молимся, Владыце, Всепятый, яко да избавимся от всякого обстояния. Пресвятая Богородица, спаси нас. Прямо Богородице показать все число, нету и безмерно оскорбляем душ в утешении. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, родче спасся, без спаси всякие иные нужды, рабы твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас. Почекаем, храм твой, Богородица, не примет скоро исцеление душевного купе телесного пречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молитвами честного и славного Христителя твоего пророка, Претечи Христе, спаси мой, рабы твоя, сохрани. Отца и Сына, славословием и Духа Святого глаголища. Благословенная Богородице, надеющаяся на тело не погибнем, но да избавимся тобой от бед. Ты боишься спасения рода христианского. Господу помолимся. Господи помилуй. Ты си Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веком. Аминь. И ныне наставление всех освящающее, и праведный наш Дед судья, но обратися душа к покаянию. Господи, помилуй нас. И дева родилась низко собрачная, и дева прибылась, и мать безнебесная. Богородице Марии, Христа Бога нашего моли, спастися нам. Пресвятая Богородице Дева, рук наших дела исправь. И прощение при решении наших и спаси. Некогда пейте нам ангельское пение. Господь, просвещение мое, спаситель мой, помолимся. Послание святого апостола Павла, чтение. Аминь. Освящу имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя. И пак я буду надеяться на, и пак и сеас, и дети, я же мне дал есть Бог. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Господу помолимся. Освятитеся водам сим, силой и действием, и наитием Святого Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш великий, в совете дивном деле, все твори судителю, храни завет Твою, любимостью любящимся и соблюдающим повеление Твое всех нуждах, умиления, приемли. Мефодия, креводителя советских. Сатурна, посылку князя Владимира, же святых отец наших, все Руси чудотворцы, с Петра, Алексея, Иоанна, Филиппа, Ирмаена, Иннокентия, святого и славного великомученика Георгия Победоносца, святого и славного великомученика Дмитрия Мироточива, святых и добропобедных мучеников, святых и праведных батюшек Иоанны, святых и славных добропобедных, славных и чудотворцев, бестребников Косми Дамиана, Кира, Иоанна, Пантелеймона, Армелая, все его свыше, помилуй их, так. Женишо митрополита Киевского и все Украины, и господина нашего высокопреосвященнейшего Анафана, митрополита Тульчинского и Братславского, и господина нашего высокопреосвященнейшего Сергия архиепископа Ладыженского, даруй им душевное и телесное здравие,
и работно тебе всему и христианскому жительству во всем милости будет. Помяни, Господи, всякое епископство православных, правоправящее слово Твоей истины и весь священнический и монашеский чин. И спаси их, помяни, Господи, ненавидящих и любящих нас, служащих братьей наших, предстоящих, и благословение в иное отшедшее и заповедающее нам, недостойны молитесь о них. И поклонение высылаем себе изначальным Твоим Отцем и пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, нас сопротивные даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительство. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, нас сопротивные даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православных христианам, нас сопротивные даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительством. Православным христианам, нас сопротивные даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительством. В Галилею гором же повели им Иисус. Видишь Его, поклонишься Ему, овы же усомнишься. И приступ Иисус речей им глаголя: «Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли». Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От Марка святой Евангелие чтение. Еще последствия сейчас до вельми. Аминь.
Ходят сердца ваша, видите руцы мои, нозе мои, яко сам азм есть. Осяжите меня и видите, яко дух плоти и кости не имать. Яко же меня видите имуща, и сие рек показа им руцы и нозе. Рече же им сия суть совеста, я же глагола к вам. Подобные антилогии почаю, все молите Бога об нас. Восподобитесь нам, слышание святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И мудрость проси, услышим святого Евангелия. Мир всем! Во время оно явись Иисус учеником своим восстав от мертвых. И глагола Симону Петру, Симоне, Ионе, любишь ли меня паче сих? Глагола ему ей, Господи, ты беси, яко люблю тебя, волю тебе. Егда бе юн пояшешеся сам и хождаше, а може хотяше. Егда же состареешеся, возежеше руцы твои. Обряжся же Петри, види ученика, его же любяше, Иисус воскрес и душа. Помолим сердцем си. Господу помолим, помолим сердцем си. Господу помолим сердцем си. Господи помилуй, Господи помилуй. Праздник всем. Заходь, Сергей, вставай. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молитвы за устрели, помилуй. Отца Анатолия, отца Вадима,
що потрудилися, приїхали сьогодні отрезвити нашу радість престольного праздника. Здравия, спасіння, немного любви.